Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, у нас близится полнолуние, напоминаю, будет 2 сентября, будет утром, но мы этот ритуал будем проводить в полнолуние уже вечером. Это заговор на благополучие вашей жизни. При помощи этого заговора вы легко сможете привлечь благополучие, счастье, удачу, изобилие в вашу жизнь. То есть все то, что необходимо каждому человеку. Важная особенность данного заговора – читать его нужно исключительно в полнолуние. Этот заговор способен не только привлечь благополучие и удачу, открыть дороги к новым возможностям, но и также этот заговор является оберегом от неприятностей и житейских неурядиц. Для проведения вам не нужно никаких дополнительных атрибутов или сложных действий. Действие заговора, обращаем ваше внимание, длится целый месяц, от полнолуния до полнолуния. Итак, в полнолуние подойдите к окну, встаньте под лунный свет и трижды произнесите слова заговора. Читать слова заговора нужно с положительным настроем, с верой в то, что вы говорите, и это непременно исполнится. Друзья, слова заговора. Полная луна мне дорогу открывает, счастье, удачу и благополучие ко мне призывает. Целый месяц неудачи стороной меня обходят, только радость ко мне приходит истина. И сейчас мы хотим ответить вам на некоторые вопросы, которые могут у вас возникать. Обращаем ваше внимание, что не в каждое полнолуние стоит ясная погода, особенно это касается, как правило, осени, зимы и ранней весны. И может случиться так, что ночное светило луна будет скрыта за облаками. В этом нет ничего страшного, обряд можно проводить, даже если вы луны не видите. Также бывает, что дом может быть расположен таким образом, что лунный свет даже в ясной ночи никогда не светит в ваше окно. Ничего в этом страшного нет. И далее мы поговорим о том, что вам нужно делать. И вы знаете, в этих двух случаях вам желательно узнать, в какое время луна должна появиться на небе, или, знаете, вот как появиться, так, знаете, как заприметить, когда обычно лунный свет светит ваше окошко. И в положенное время встаньте перед окном и мысленно представьте полную луну, как лунный свет льется на вас. Постарайтесь подойти к визуализации как можно более серьезно. И читать заговор можно после того, как вы четко с деталями выполнили визуализацию Луны. И обращаем ваше внимание, что этот ритуал мы проводим каждое полнолуние. Поэтому вы сейчас записали, вот 2-3 сентября провели этот ритуал. И, допустим, уже в следующем месяце обязательно также проводите. То есть каждый месяц себе проводите. Желательно, чтобы вы завели себе тетрадку или блокнот, где писали те или иные ритуалы, обряды, заговоры, возможно, какие-то советы, которые мы даем на других каналах, вы слышите, для того, чтобы вы могли использовать тот момент, когда это вам нужно и важно. Друзья, слова заговора будут в описании к этому видео. Ну, а мы с вами прощаемся. Обязательно в порядке подписывайтесь, ставьте лайки. Мы услышимся уже с вами в следующем видео.